Итак, сегодня прекрасный день, белый ритмический волшебник. Нас ожидает волшебство вне времени с очарованием. Вчера был поворот в судьбе, вчера были изменения, которые привели нас к каким-то кардинальным пониманиям внутреннего и внешнего порядка. Сегодня мы двигаемся в новом русле и наполняемся энергией, где в неподвижности начинается все организовываться само собой. Поэтому чувствуем поток волны, 13-дневный поток времени Красной Луны ведет нас к очищению, поэтому сегодня мы наполняемся естественным потоком синхронизации естественных ритмов, когда нам нужно просто услышать свое сердце и делать так, как велит именно сердце, потому что у разума очень много сломанных программ, очень много вбросов ложных ценностей, знаний, смыслов, а нам надо обязательно, чтобы складывалась естественная сила, которая идет нам от природы, от рода, от будущего. Поэтому, слушая внимательно порывы, тонкие флюиды, которые идут у нас изнутри, мы будем успешными. Поэтому сегодня делаем шаги, которые приведут нас к порядку, упорядочиванию, организации, делегированию и приведут к точным и нужным результатам, которые мы запланировали на 6 дней назад. Поэтому хорошего вам дня. Стоп, снято. Едем на армянский. Через час, возможно, будет прямой стрим. Возможно, будет прямой стрим. Вы говорите. Вас прекрасно слышно, Ярослав Петрович. Едем на армянский. Скоро будет прямой стрим. Стоп, снято. Стоп, снято.